Вот и завершился еще один кинофестиваль «Зеркало», уже 8-й по счету. Вопреки слухам, с уходом Михаила Меня «Зеркало» продолжает жить и развиваться. И, судя по всему, 9-му кинофоруму через год тоже быть. Правда, теперь фестиваль мероприятий исключительно Плёское. Там открытия, конкурсные показы, творческие встречи со знаменитостями. В областном центре проходило лишь закрытие. Правда, фестиваль приносит все меньше забот и все больше радости, потому что он начинает как растение расти сам из себя, привлекая все больше людей, имен, друзей. Из известных актеров в этом году «Зеркало» посетил Леонид Каневский, Алена Бабенко, Екатерина Вилкова. Председательствовал в жюри Венсан Перес, французский актер, мировая знаменитость и просто обаятельный мужчина. Другого уже российского актера в зал встречал бурными аплодисментами. На сцену, чтобы вручить приз зрительских симпатий фильму «Братья Че», поднялся Владимир Машков. Вы знаете, в имени Тарковский есть что-то безупречное. Вот я не буду никогда таким. Никогда. И в этих местах что-то невероятно безупречное. Я знаю, что я здесь не родился. Приз за лучшую режиссуру получила полная драма и трагизма история о жизни альбиносов в Танзании, африканском государстве. Альбиносы там живой товар. Колдуны покупают их тела за большие деньги, потому что верят в чудодейственную силу этих белых людей. Главный герой – маленький мальчик. Он стал свидетелем убийства собственного отца. Главное теперь для ребенка – спасти самому. Мне очень приятно вручать приз за лучшую режиссуру. Победителем стал режиссер фильма «Белая тень» Ноас Деше. Гран-при получила украинская картина «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого. История о глухонемых подростках Сергея и Анне никого не оставила равнодушным. А сами ребята, уже находясь на сцене и получая приз, не могли поверить в свою победу. Она говорит: «Я не верю. Я не верю. Я счастлива, я рада. Я хочу сказать еще огромное спасибо, огромное вам спасибо. Я не знаю, я в эмоциях. Я не верю. Не верю. Что сказать? Я не знаю. У меня все, я не знаю. Мы очень счастливы, что «Племя» завоевало гран-при на фестивале «Зеркало» имени Тарковского. Спасибо вам всем, что нас пригласили. Слов нет». Закрыл фестиваль президент Павел Лунгин. Он отметил, что в 2014 году «Зеркало» вышло на новый уровень. Глубокое кино, лаконичность действий и в финале не эстрадный исполнитель, а поэтесса Вера Полоскова декламирует стихи. Вот только не приехал идейный вдохновитель «Зеркала» Михаил Мень. Хотя обещал. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.